Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Всю жизнь Ирина Пегова обходила вопросы о семейной жизни, но от внимания прессы не укрылись подробности ее разрыва с Дмитрием Орловым. Настоящая любовь пришла к Ирине, когда ей было 25. На кинофестивале в Польше она встретила 33-летнего Дмитрия. В 2005 году они поженились, а уже через год у них появилась дочь Таня. Со стороны казалось, что актеры нашли друг друга и создали идеальную семью, но на самом деле с каждым днем противоречия в браке становились все острее, да и без драм в жизни пары не обошлось. В 2011 году супруги развелись, и только спустя 8 лет Дмитрий Орлов признался, что не последнюю роль в этом сыграла история с выкидышем. По словам актера, вел себя он совсем недостойно, хотя Ирина и утверждала обратное. Цитата: «У Иры случился выкидыш, она потеряла ребенка. Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал бы правильные слова, но я не поддержал. У меня были претензии, я даже обиделся на нее за то, что произошло». Именно так откровенничал артист в программе «Судьба человека». В тот период Орлов был эгоистом и ощущал, что мир вращается вокруг него, забыл при этом о потребностях жены. Кроме того, актер злоупотреблял алкоголем. Цитата: «Я был алкашом, у меня был заезд на эту тему, причем я мог выпить пол-литра крепкого алкоголя, а на следующий день без похмелья поехать по делам, но я слез с этой темы», – уверял артист. Чувства угасли. Противоречия разрослись до предела, а жить вместе только ради Танечки уже казалось неправильным. Супруги развелись. Кстати, Татьяна год училась на актерских курсах, так что, вероятно, в дальнейшем пойдет по стопам родителей. Пару лет окружающие очень переживали за Пегову, целиком и полностью посвятившую себя дочери и работе. Но уже в 2013 году она стала встречаться с коллегой на 7 лет младше, Сергеем Кемпо. Он был одним из лучших на своем курсе ГИТИСа, высокий и перспективный. В 2012 году Олег Меньшиков переманил парня из другого театра. При этом красавчик, чем не пара эффектной Пеговой. И хотя поклонники уже надеялись на вести о скорой свадьбе, в 2014 году СМИ сообщили – влюбленные разошлись. Знакомые Сергея говорили, что артист сделал Ирине предложение и очень ее любил, но она отказалась. Намекнула, что ее тяготит разница в возрасте. В следующий раз окружающие заговорили о романе Пеговой после «Танцев со звездами». С Евгением Раевым актриса появилась на премьере фильма «Он дракон». Но как же быть с 15-летней разницей в возрасте, если и меньший разрыв, по слухам, смущал артистку? В итоге и этот жених скрылся из горизонта. Теперь Пегова снова одна, но абсолютно этим не тяготится. Она работает и просто живет и радуется своей жизни. Пожелаем ей все-таки найти свою вторую половинку. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!